Жизненно необходимые лекарства. Жители Донецкой и Луганской областей нуждаются в медикаментах. Едва ли не больше всех страдают сердечники и больные сахарным диабетом. Пожилые люди остались без пенсии, да и в аптеках лекарств очень мало, почти не привозят. Как выживают, знает Виктория Чистюхина. 2, 4, 5. Дончанка Татьяна получает кардиопрепараты от штаба Рината Ахметова. Из-за сахарного диабета у женщины случился инсульт и инфаркт. В месяц на лекарства нужно больше 2000 гривен. Но в последнее время лечиться женщина не может. Пенсию мы не получаем с июля месяца. И поэтому я не могла купить себе препараты. А мне сейчас надо капаться, проходить профилактику. Таких, как Татьяна, в Донбассе тысячи. Люди обращаются за помощью к благотворителям. Альтернативы нет. По данным гуманитарной карты, в Донецке именно в сердечных препаратах нуждаются 26% населения. Но больше всего эти лекарства нужны в Дзержинском, Луганской области. Там в кардиопрепаратах нуждается больше половины жителей. В аптеках Донецка цены на лекарства подскочили в 2 раза. И все равно за медикаментами выстраиваются очереди. Еще ж какой выбор поставщиков. Если он сейчас очень ограничен, то соответственно и цена. Если одна фирма, которая работает только на Донецк, то соответственно же цена будет высокая. В день на горячую линию штаба Ахметова с проблемами сердца обращаются 500 людей. В рамках программы «Поможем здоровье» помощь уже получили более 300 человек. В такій ситуації, яка склалася зараз в Донецькій області, ці препарати швидко закінчуються, а в зв'язку з тим, що людина перебуває у постійному стресі, да, ця хвороба загострюється і, відповідно, в неї цих препаратів немає. Якщо препарат вчасно не приймати, да, може статися найгірше – інсульт. Но кроме кардиопрепаратов, людям еще нужны антибиотики, инсулин и противовирусные. Виктория Чистюхина, Данила Киреев. События, канал «Украина».